Вот. 4 стрима уже. Сегодня не постримлю, завтра я постримлю. Не то нажимал. И так каждый день. То есть, чтобы вы понимали, я на прошлой неделе планировал постримить 3 раза. Постримил я. Даже давно один уже должна вечером была быть 8-я партия, но что-то ее нету. А, вот есть. О, базар вокзал, да. Есть 8-я партия. Реально, стримерский день. Вова Чес! Приветствую, Николая. Вова Чес. Играем мы беленькими. Неплохой соперник. Так, все ну в порядке, уже не надо. Что он играет? Вот, Вова Чес. По рейтингу очень сильно меня превосходит на 150 Давайте пунктов. Давайте по нефтику пойду просто пока. Вот, и как-то надо с ним да, сыграть. Николая. Так, c5, c4 сыграю. C3. Побыстрее желательно, чтобы не дать ему g3. Затащить себя. Скажу, что я тоже так умею. g2. Какие-то дебри. Так, d6. То ли e3, то ли рокировка. Рокировка пока. Надо попытаться по времени H5. Выставиться получше. Агрессивный. Вот. Хотел сказать, идея малый, но... конь h6, конь f5 и h4. Вот пока. Давайте h4, не хочу что-то связываться. Так, и сюда. Угу. Пойду а3. Тут определенного рода симметрия выставилась. f5. Мой конь на f5 так, немножко лучше белого коня на f3. Можно. Хотя я за это, конечно, отдал темп. Немаловажный. Неплохо. Ну вот, будет ли он жертвовать тут, наверное, будет. Я правильно что-то припоминаю. Я возьму. Хотя пока, конь b4. Когда я сегодня что-то припоминал, заканчивалось это так себе. И конь c6 вернусь, да? Да, рискну. Будем это очень нагло с моей стороны. Это будет исключение. Очень нагло, но я рискнул. И пусть он попробует так, доказать, что у него есть компенсация за эту пешку. Когда рокировка у меня близка. Ну, я пока Е4 пойду. Все матчи я с Вовой сыграл примерно в ничью. Если конь назад, то d4. Вот. Если так, то все-таки ему как-то слона приходится вытаскивать. Но... Е5 есть ход, хочу. Можно посчитать. Хочу рокировать успеть. c5 есть ход какой-то. Очень. Очень хочу успеть. Нет, c5 он вряд ли. Мне кажется, можно нет компенсации здесь. Ну и ладья b1, кстати, да. Мне кажется, я тут... Ладья b1 мне ход вполне нравится. Прекрасно стою. Так, конь e2 сыграл. Так, слон куда? Ну, на g7 понадежнее. Не буду выпендриваться. На g7 надежнее. И, наверное... А даже e5. Черт, мяч на пол. Пусть он попробует вот так меня попробивать. А жаль. Так, ну ладно, давайте конь c3, конечно, конь d5. Конь c3 и конь d4. Так, опять я по времени просаживаюсь. Ну чё за ерунда? Или слон ладно, d6. Все, собрались. Это надо выигрывать. Это слон принципиальная d6. Партия. Кстати, помните, и... эпичный матч у нас был до 5 побед. Ферзь d7. Где я вел, по-моему, 4-0. И потом мы доиграли d4-4, если да. Я правильно помню. Такой чисто голливудский сюжет. Как будто. Конь d4. Может, кстати, можно... Уже давно тот матч был. Полгода нет. Назад, что ли. Когда он был, я не помню, честно говоря, вообще. Ладья b8. Можно было бы еще сыграть. Или в обычной, или вот мы еще с Николаем говорили про шахматы Фишера. Теория. Так. По времени пока я не отстаю. Ладья f4, все хорошо по времени. Или ладья b2 и просто сдвоится. Вот два направления есть. Игра на ферзевом фланге или... f4, попробовать королевский продавить. В принципе, и то смотрится любопытно. Ладно, давай f4, мне нравится. Так, и теперь... Ребят, ломать, крошить, уничтожать. Так, не то мне хотелось. Так, по времени что-то я просаживаюсь, надо бы это не исправлять. Не то мне хотелось. Придется играть f5, потому ну, что так, иначе может быть, я даже не пожертвую могу. Просто конь f6, а вот он меня встречает. Держать. Говорят, добрый вечер, как дела? Добрый вечер, дела нормально. Но это вскрытие очень обоюдоострое. Не, ладно, давай, у нас так, по центру EF. Началась веселуха, давайте перекинем фигуру в центр. И на g7 буду брать забрал. Ферзю теперь. Забрал. Так, слон f5. Хочу ладью побить на f4. И ладья f7. Да, сегодня прям стримерский день сыграл с... С Максимом Ариевым, Сергеем Жигалко и уже третья партия против Николая Власова. Хотелось бы, конечно, ферзей разменять. Забавно.
Но пока ферзей разменять не удается, пока размен что. Ладей тоже приемлемый вариант. Ну, есть у меня какое-то давление, но, блин, пешки не хватает. Д4 поскакал. Пешака все-таки не хватает. На Е2. Не путать пешкача и пешака. Так, ладно, сюда. Ушел из-под вилки потенциальной. Пешка на А7 зависла. Нб6. Может там ферзь Б4 пойти. Или ферзь А3. Так, 6. Не знаю, куда лучше. Наверное, ферзь А3, чтобы две пешки. Так, нет, тут ферзь Б4. Чтобы обе под контролем держать. Минута. Под прицелом, так сказать. На d6 не хочу тоже отдавать. Вот я могу. Так, 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 так. По времени почти сравнялись, это хорошо. Туда. Я много окей, времени так, потратил. Можно ферзь b6 пойти. И теперь я рискую, что мне его не хватит. Задать вопрос опять же коню. Е6. Так, сюда. Пять. Туда. Так, есть d4 с идеей конь e7 на взятие. Так, а что он вообще хочет этим ходом? Пока не совсем понимаю. А время ланку не в 4 пока сыграл. Так, король h7. На b7. Где-то пункт d3 прикрыл. Так, сюда. h3 нельзя. Блин, 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 скей. Идти надо. Слон d5. Так, ферзь. Активизация. Так, конь d3, конь d3, 9 секунд. Слон d3. Дивизию. Ты что такой медленный ты сегодня? Вова, ладья f7 зевает соперник. Ай! Блин, я ферзя зевнул. Нет, нормально. Пачки. Пока еще не так. Шах. Пока еще не обречен. Да. Так, и... Ладья e8. Да. Король f7. Ой-ой-ой-ой. Все равно все не так просто, пока так. Слон h3. Так. Да. Так. Слон на e4. Слон. Блин, опасно. Один, один шах. Слон f5. Ладья e1. 17 так, надо подменяться. Шах. Иначе мне мат просто поставит какой-нибудь. Да. Так, шах. Ладья e2, король f3 есть важно. Так, сюда. Шах. Сюда. Шесть. Шах. Шесть. Ай-яй. Так. Ай-яй. И пять. Так. Это мат! Блин! Фу, повезло. Ну, выигранная же позиция. Спасибо, зевнул Николай, мат в один ход. На да, 6 не зевнул мат в один ход, а на f6 зевнул. Имея 14 секунд против 4-х, и выигранную позицию да, так позорно усраться. Да, получил. Ну, какая-то напряженная позиция, и в конце... Блин, переигрывал всю партию. Выигрывал хотя было... даже у меня было меньше времени, но... Непросто. То есть даже вот финальную позицию выиграть непросто. Так. Но надо и... было. А я, блин, вот это вот... Посмотрим. Ой, какая тут веселуха. Вот единственный проигрывающий ход в партии. Но белых, видимо, не хватает ресурсов для какой-то опасной атаки. Ой, блин. И, наверное, черные должны побеждать. Конечно, да. Это позорище. 5 из 8 стало у меня, и вот с таким горем я ухожу на перерыв. Новиков блин. Даже близко 24 на 7 не стоит. Была напряженная даже партия. Там, у меня тут стримил 24 на 7. И Вова молодец, что он держал напряжение в проигранной позиции. Так, шикалка проиграл Дэвид. И это ему помогло и привело сделать. К победе. Да, планирую 7 как раз 2-3 получится. Да. Нарезку, блин. 6 слишком много, ну, не смотрю вот. Столько в неделю ни у одного стримера. Не, ну... Да. А понятно, теперь что... Вот нарезка из мата в один. Мало людей будут все стримы смотреть. Но зато больше вариативность будет. Так. О Боголюбове сейчас не особо пишут, ну потому что не так много известно. И это ж надо, чтобы человек загорелся идеей писать Вова, о Боголюбове. Да, блин, Вова делал... Я... А с учетом не, мне надо его, в любом случае там, сделать ему план. Ему вменялось план еще помимо того, вот, что он Вова был делает, когда... антисоветчик, ему вменялось и сотрудничество удобно, с нацистами. Происходит так, что ну, вот, стримов на канале по 10 дней подряд. Всякие анекдоты про него рассказывали. Ну, короче,